В связи с коронавирусной инфекцией и пожароопасными погодными условиями в Северском районе с 1 мая действует запрет на посещение лесов. По всему муниципалитету на выездах выставлены дополнительные посты. Сотрудники дорожно-патрульной службы останавливают автомобили, направляющиеся в сторону выездов, и проверяют документы, сверяя прописку с маршрутом водителей. Если автолюбитель проживает в другом поселении, он вынужден развернуть машину. В мероприятиях, помимо сотрудников полиции, принимают участие казачество, лесничество, работники администрации и депутаты. Наверное, вот из этого поста в глубинку не приедут. А так каждую субботу у нас там турслеты, как и раньше. На этих мотоциклах, на квадроциклах приезжают. Ну, сегодня нет. Также службу несут сотрудники Краевого лесопожарного центра. С помощью беспилотников они мониторят леса на состояние задымления. Патрульные службы на территории муниципалитета будут работать регулярно с 1 по 5 мая.